И всем привет! С вами Диджей Котик. Мы играем Arma 3 Altis Life мод. И я сейчас вкратце объясню, как играть в эту игру. Для новичков особенно. Так как много информации в интернете, очень тяжело найти. Ее даже некоторые нету. И приходится самим как-то выяснять, спрашивать, узнавать у людишек и так далее. Ну, для начала, самого начала расскажу. Вот вы зашли на сервер, запустили игру, зашли на сервер, у вас появляется вот это вот окно. Здесь вот все игроки, которые сидят на этом сервере. Ники ихние, и за кого они зашли. Как за кого зайти? Ну, соответственно, как вы только начинающий игрок, конечно, вот выбираете пункт гражданский. Тут три пункта. Милиция, медики и гражданские. Находите пустую ячейку. Вот, скажем, вот Дельта 1-3. Вот, поставил. Также вот или за полицию, если захотите. Тут есть вот три мусора. Великих мусоров. Они... Великие мусора всегда играют. И что далее? Соответственно, проверяйте, чтобы у вас был микрофон. И жмите ОК. Запуск игры. Территория очень большая. Прям очень огромная. Невероятно. 6 раз больше Скорима, если кто знает. Кто играл с Карим, а я не пойму. Сейчас пока игра грузится. Изначально при загрузке вам выбор не дастся, где появиться. Тут появляется выбор городов. Вот сейчас это увидите, вот у меня он будет. А изначально при первом запуске игры у вас его не будет. Вы автоматически загрузитесь в Кавале. В принципе, сейчас там и загрузимся. Да, сушники, сушники. Вечная проблема в сушниках. Ну, а ошибки это везде, ошибки это арма. В арме всегда ошибки. Ничего страшного. Вот у меня выбор. Вот 4 города. Кавала, Атира, Пергос, София. Ну, берем Кавалу. Вход. Ну. Админом выгнуться, конечно, надо было своей заставочкой. Вот мы и загрузились. Изначально вы загружаетесь по любому день поблизости всех магазинов. Сразу говорю, вид лица поменять это правый Enter, где клавиатура цифр. Первое лицо, третье лицо. Что мы делаем? Мы нажимаем русскую букву N. Это ваш планшет. И здесь ваши бабки, которые у вас на счету. Это у вас наличка. Желательно держите бабки на счету. Так как вас могут грабануть, там, посадить, там, чтобы ваши бабки, мало ли даже серия бафнется. Чтобы у вас бабки всегда оставались. Положили, сохранили. 10 лицензии. У меня лицензии нет. Так как я в прошлом видео задавил случайно одного дурака, под колеса мне бросился, у меня автоматически отобрались лицензии на вождение, надо будет их снова покупать. Есть набор инструментов, вода, ну у вас, по-моему, автоматически уже будет вода, по-моему, с едой, уже точно не помню. Вы можете их выкинуть, использовать и дать, то есть рядом подходите к человеку и выбираете вот здесь вот ник и сколько штук, чего себе нужно дать, также и бабла.
наличка передается, выбираете человека, дать, ну, само собой, некие танцы всякие там, показать там мышцы, вот, о, какой я, о, да, блядь, у меня шея, ой, блядь, у меня шея сломалась, доктору нужно срочно. Так, настройка. Ну, подсветка ников пусть будет сайт, подсветка ближайших объектов, пусть это все как есть остается, моя банда. Димасик перешел в другую банду, скоро я тоже перейду. У нас там намечается дело неплохое. А так вообще банду создаете, по-моему, 150 тысяч нужно. Ну и название. Брелки, брелки это от машин. То есть как будто дать, чтобы он тоже мог сесть в вашу машину. Если мало ничего случится, вас убьют, чтобы он сидел, хоп, сел, там смотался технично. Так. Ну, телефон, само собой, послать сообщение кому-то нужно, там, полиции, если нужно, админам, медикам. Биржа. Здесь смотрится по продаже. Ну, например, вот мы бревна, да, продавали полено. Сейчас один к одному, то есть за одно полено $1000. И вот сравните. Они падают, то есть если вы продаете, постепенно цена падает. Ну, за героин 3 штуки. Так, есть крафт, есть опять же вот оружие. Всякие предметы. Палки, серпы. Что для них нужно и так далее. Приступить. Нажимайте, если это все имеется, рюкзачки там. Далее, инвентарь. Буква Эш русская. Нажали, вот ваш инвентарь. Оружие, само собой, вот ваша карта, GPS. Покупать нужно. Компас, часы, это все автоматически есть у вас. ПНВ, без него тоже ночью никак. Ну и здесь есть слоты для оружия, соответственно. Так, что мы делаем? Изначально, как только мы появились, мы черт его знает, вот мы вышли из здания, чё, куда, почём, дождь херачит, чё делать, куда идти, ой, чё я хрен его знает, у нас есть часика денег на счету, здесь мало денег, нужно приодеться, прикраситься, рюкзачок взять. Чё мы делаем, мы открываем карту, карта это английская M или мягкий знак, открыли. Как я говорил, карта, ну, прям, ну, пиздец колоссальная. Смотрите, какая огромная. Это пиздец. Она так еще долго прогружается. А мы вот здесь вот тусуемся. Если что, вот так вот примерно нажали. И она примерно показала. То есть в центре где-то вот тут-то вот мы. Если вот увеличить, да, там. Ну, вот здесь вот. Вот здесь вот. Так. Что мы делаем? Вот мы открыли карту. Находим. Магазин. Вот он магазин. Что мы делаем? Мы нажимаем. Как поставить координату? Зажимаем левый shift и нажимаем левую кнопку мыши. Все, вот точка поставилась. Закрываем карту. Ищем. Вон точка, 145 метров. Идем к ней. Секундочку. Надо проверить сразу видео настроечки. Ага. Хреново. Делаем вот так вот. О! Чтоб не подвисало. Все, оно будет подвисать. Бля, карма. Ну я же говорил, мы рядом с магазином. Вот. Тут народу уже хватает. Что мы делаем? Мы подбегаем, конечно, к банкомату. Банкомат там. Сейчас к Новому году готовимся. Чувачки стоят. Пиздят, да пиздят, пиздят, да пиздят. Что мы делаем? Мы подходим к банкомату. Нажимаем. Либо колесиком крутим. Появляется надпись. Или просто пробел нажал и пробел еще раз. Вот, ваши бабки.
вы можете вот их снять. Вводите число, которое вам нужно снять, нажимаете и вот также ложите. Вводите число, вклад, все, ищите банду. Также можно и банду положить сумму. Вот мы сняли бабки, там определенное там количество, сколько у вас там есть. Что мы должны сначала сделать? Конечно, изначально мы должны одежду закупить, то бишь рюкзаком. Одежда не обязательно. Если вы бабки хотите сэкономить. А так одежды тут хватает всякое. Вам выбора. Мы что делаем? Мы берем рюкзак. Ну да, да. Вот эту там. О, прогрузилась. Здесь есть туристический в самом конце. Парашют. Ух ты, раньше не было. Ну, конечно, мы выберем вот рюкзак. Берем самый дорогой, самый большой. Тут их тут несколько выборов. Какой вам больше понравится по цвету. Все, купили. Далее. Что мы делаем? Идем к следующему магазину. Это у нас выдача лицензии. Вот, кстати. Мне надо снова лицензии покупать. Надо фото. Водительские права. И на грузовик. 21 штука. Надо вот сейчас снять. Доброго дня, гражданин. Здравствуйте, полицейский. О, перепиздила, блядь, мусорскую хуйню. Так, ну мы возьмем там 22, да? Надо 23 снять. Примерные граждане. Пидор ты, сука, примерный. Так. Берем права. Сразу на грузовика. Ну, это нам пока не нужно. Блин, привычка дурацкая, стоит нажимать. Так. Далее. Ну, если вы девушка, вы, конечно, можете себя приукрасить парикмахерской причесочки, одежда женская и затем заходим, конечно, в универмаг, обязательно берем GPS, все остальное у вас есть, бинокль, он, в принципе, нафиг не нужен, можно аптечек взять, там штуки две хватит, прибор ночного видения обязательно берем, так как ночью тут как в жопе негра. Так, все, мы это все купили. Все, вот у нас ПМВ, вот у нас GPS, вот у нас пакетики медицинские. Что мы делаем? Как включить мне эту карту, GPS этот? Нажимаем. Правый КТРЛ и М английская, то бишь мягкий знак карту. Хоп, все. Открылось. ПМВ, это Н английская, буква Т русская. Хоп, нажали, все ПМВ. Ну, днем, конечно, не видно никогда. Так, еды у нас что? Еды у нас хватает, питья у нас хватает. Что? О, пробежал чувак. Так, там пидорасы, блядь. Надо обходить. Так, что мы далее делаем? Мы, конечно, нам нужно заняться деньгами, в первую очередь, конечно. Что мы будем делать? Нам нужно нажать букву. Опять же, открыть карту. Здесь больница есть. Ну, она нафиг не нужна у нас. Вот рядом. Если что, подбежали. Пробел нажали. Ух ты. Этого раньше не было. Что лечить? Не знаю, диагноз. Пойдите, диагностику. Ух ты. Этого раньше не было. Болезни. Болезни. Болезни нет. Оздоровление. Ну, вот он лечит. Сейчас вот он лечит меня. Это вот там новое, такого не было. Че ты пришел? Че, чувак? Ой, извиняюсь. Сразу ставим канал, прямое соединение. Че, чувак? Приспичило? Понос? Как
какой-то молчаливый. Соединение менять — это буква U и B. Сразу говорю, общий канал не ставим. В этой игре запрещен общий канал. Он, некоторые игроки, даже не зная, нажимают, там зуб такой шипит. Ставим, чтобы общаться с людьми, конечно же. Прямое соединение. В транспорте ставим. Транспортный канал. Это в группе, то есть в банде. Канал группы. Командный канал. Медиков. И ментовской канал. Прямое соединение. Про убежище еще успеем поговорить. То, что выяснилось. Так, идем дальше. Так, что нам нужно? Нам нужен теперь автомобиль. Здесь продается автомобиль. Продажа автомобиля. Ну, само собой, мы сначала дорогой ничего не будем брать. Возьмем там, ну, ту же самую ГАЗ. Если, конечно, вам нравится такая внешность. Я, конечно, первый свой взял Жигу. Ну, баги есть баги. Она в текстурах вместе с ГАЗом. Аренда стоит 1680, то есть как бы вы выходите с сервера, и машина пропадает. Цена 2800, но я думаю, у вас все равно бабки как бы должны остаться, и вы берете ее, короче, за 2800. Это, вас это берете. Покупаете его. Он у вас автоматически уже будет в гараже. А нет, он сначала здесь появится. Да ебану, окружили меня. Он здесь где-то появится. Вот какой Тютюков вас купили. Че, чуваки? С покупкой вас ваза. Ну, обмыть, зайди пью, купи. Кент, чё ты там этот ковыряешь? Так, далее, чё мы делаем? Мы идем в гараж. Ну, вот мы взяли машину. Ну, соответственно, я пойду в гараж. Свой возьму машину. А так, если чё, сразу вы купили машину. Желательно сразу, если идете фармки, сейчас объясню как. А если у вас все-таки бабки есть, вы идите эту машину ставьте в гараж, так придется отбегать, как всегда, эти ебаный канал здесь понарыли. Сейчас отбегаем, ну я уже просто на память все это знаю. Если что, сразу карту, точку ставьте, shift, левая кнопка мыши. Бежим, бежим, бежим. Пока у меня еще дыхалка не кончилась. Кончается. А, дыхалка кончилась. Ну, вот, это гараж. Сразу бы подъехали, поставить машину в гараж, хоп, нажали, все, да, машина в гараже. Так, а так, если что, вот гараж, вот мой транспорт, ну, мой мега Lexus. Так, я его вытаскивать не буду, так как у меня там запрещенные предметы. Еще мусор тут ходит, еще остановит проверку. Так, вот везде, здесь появится надпись страховка, в принципе. А, так не видно, да? Ну, по-моему, когда я только... Сейчас... Вот, когда только вот включил, вот у нас страховка здесь написана. То есть вы выбираете свой транспорт. И здесь выбираете страховку. Страховка должна быть в личном счету. Не наличка, а в личном счету должны быть бабки. То есть вот, скажем, цена страхования вот этого Lexus 95 тысяч. У меня должны они быть на банке. Я нажимаю страховка, страховка происходит. Для чего она нужна? То есть у вас, скажем, менты конфискуют машину, она взорвется там или украдут. У вас она будет здесь в гараже по страховке. То есть она уже как бы есть все равно. Цена-то у нее сколько вот Lexus стоит? 308 или 400 тысяч. И хоп, или ты вот возьмешь и снова ее застрахуешь. Вытащил, взял снова Lexus, страханул. 95 штук отдал, все, у тебя бабки. Или 400 тысяч отдавать. Или 95. Ну, разница, конечно, имеется. Так, что мы делаем? Мы получаем... Транспортер мой любимый, новенький. Так, вот мы взяли машину, да? Вы только купили машину. Что вам нужно? Вам нужно снять сигнализацию. Буква Г русская.
У, английская. Нажали, все, сняли сигнализации. Пробел, сели в машину. И сразу ставим обратно сигнализацию. Закрыли технику. Чтоб никто в нее не сел чужой. Потому что это игра, здесь людишек хватает, лишь бы что-нибудь там ебало порвать, соответственно. Ну, пристегнуть ремень-то на скоростных машинах для безопасности, чтобы выжить. Соответственно, тут есть радио. Я его не включаю, так как тут много песен с авторскими правами. Так, ну заводить не обязательно нажимать двигатель, просто вперед нажали и все. Что-то фары тут нету, блин, что-то я не понял. Пассажирское сиденье, то есть я что-то... Ну, фар нету. Видать, фары только ночью появляются, возможно. Ладно, закрыли машину. Так, что мы делаем? Мы открываем. Куда вам нужно идти в первую очередь фармить? У вас, ну вот, если вы прям боитесь отходить от зеленой зоны. Что такое вообще вот зеленая зона, вот я не рассказывал. Зеленые зоны, то есть в этой зоне здесь вообще запрещено стрелять, воровать, грабить, убивать. Это зеленая зона, безопасная вообще зона, за это могут кикнуть. Ну, бывает, люди, конечно, тут всякое творят, и как бы еще это все сходит. И я тут бывал, там всякое творил, говорить не буду, что именно. Доказательств нет. Это вот зеленая зона. Вся остальная вот эта зона, тут с вами что угодно может случиться. А красные зоны, это вообще это опасные зоны. Вот, говорю, на наконец-то за мясом черепах пошли. Вас там сразу, вот вы только зашли в эту зону, все, вас имеет право арестовать, убить и так далее. Тайники банды, чего они нужны? Если вы вдруг захотели купить там оружие, там всякие запрещенные предметики, типа это. О, чувак, я еду за персиком, я хочу персиков. Ты хочешь персиков? Хочешь, как хочешь. Так, надо отъехать, чтобы не мешать им людям. С гаража машины вытаскивают. Так. На чем мы остановились? На карте. То есть, тайник банды. Вы подходите туда, захватываете флаг возле здания, захватываете тем самым тайник банды. Вы заходите в это здание, там и есть, можно продать оружие, делать наркотики, всякое там, ну все запрещенное такое. Запрещенные предметы продаются, там что-то типа наручники, там отмычки, чтобы тачки вскрывать, угонять и так далее. Об этом позже. Вы только вот загрузились, ваши здесь. Я говорю, вот вы можете пойти в яблоки собирать, если вы будете зеленую зону пропадать. Ну, можно чуть-чуть проехать сюда. Здесь имеется, как вы видите, персиковый сад. Это не зеленая зона, это просто что тут зелень растет. Показывает. Блядь, взрыв был. Нахуй, террористы опять подвезли, что ли. Так, ну мы отметку поставили. Ехали. Тут еще взорвут нахуй. Едем за персиками. Персики. Ну, выносу там шестерочки, вазики, хоп, поехали. Бензин тут очень медленно тратится, так что не переживайте по этому поводу, но я вам о нем еще тоже расскажу. Например, на шестерку полный бак, по-моему, 850 долларов стоит. Лети, мой друг! Чё притормозил? Лети же! Летел!
Обгон запрещен, не знаю. Ё-моё. Беспредел здесь процветает. Вот мы, в принципе, и приехали. Персики, деревья. Так, все, сняли сигнализацию. Вышли из машины. И сразу, оп, поставили на себе. Что-то глюки какие-то. Все, на сигнализации. Так. Мы пришли. Не обязательно вот так вот подлазить к дереву, нажимать эту кнопку и собирать эти персики. Что это у меня? Не обязательно так делать. Можно просто где-нибудь вот так вот встать, даже посередине. Вот, все, пошло. И хоп, хоп, все, 6 персиков в кармане. Оп, еще раз пошло. Еще 3 песика в кармане. И собираем вот так вот полы. Ну, я их собирать не буду, я их сейчас просто сожгу. Вкусняшка песика. Витаминчики, ёба. Витаминчики. Ну, бутылочку сейчас воду еще запьем. Все. Вот мы, в общем, собрали полный рюкзак. Что мы делаем? Мы подходим к машине, нажимаем букву Т, английскую, Е, русская. Может не сразу нажаться. Вот, все, выбрали песики, ввели число, положили. Все, ну это, и собираем полный. У меня 1 700 700, просто сюда нафиг надо. Все, как мы собрали, снимаем машину сигнализацию, что она, что тормозит, что ли, он сняли. Садимся, закрываем машину, нажимаем сразу карту, выбираем магазин, едем в магазин. Где банкомат? Заходит туда магазин. Выбираем человека, и мы продаем все эти персики постепенно, все продаем, продали. Накопили. Что нам следующее нужно делать? Нам же нужно нафиг там вот это вот копить там. Ну, вы заработаете отсюда там 1050-70, да? Ну, может, да, ну, 1050-70 заработаете. Пошохи. Так, я говорю, сколько это нужно копить? Копите. Накопили. Что мы делаем дальше? Нам нужна машина посерьезнее. Как у меня, скажем, да? Мы едем в продажу грузовиков. Покупаем там грузовичок. Скажем, как у меня. Самый оптимальный вариант. Не поганый проехал. Купили, как у меня, грузовик, накопили бабосы, поставили в гараж, застраховали. Далее, что мы делаем? Мы идем собирать медь. Чтобы нам собрать медь, нужна нам кирка. Кирку покупаем в магазине, опять же. Вот здесь вот. Все, купили кирку, поехали на медный копий. Собрали медь. После чего нам нужно? После того, как собрали, нам нужно ее переработать, выплавить. Поехали выплавлять медь. Чтобы выплавлять медь, нам нужна вот такая лицензия. Выплавка меди. Там же и покупаем эту лицензию. По-моему, она стоит $8000.
сразу с собой приготовлю. Вот тут банкоматы. Кстати, банкоматы, вот они вот так вот обозначаются вот этим вот значком. Все, выплавку меди взяли. Сделали, да? Далее, смотрим дальше. Нам нужно ее продать. Вот, торговец с железом и медью. Едем к нему и начинаем ее продавать. Выплавку слитки меди. И дальше смотрим. Там, например, захотели там что-нибудь другое. Там те же вот бревны, да, мы собирали. Мы где были? Мы были выше тире. Вот мы вырубка дерева. Почему мы вообще ими занимаемся? Ну реально выгодное дело. Вот вырубка дерева. И вот сразу его продавать. Конечно, покос с травой он ближе. И как бы по расстоянию. То есть все, хоп. Но, во-первых, чтобы покос травы делать, нужно фарм, серп, крафтить. Вот предметы, да? Серп. Чтобы серп скрафтить, нужна палка. Сначала крафти палку, нужен нож и полено. Полено, то есть дерево, кусок вырубили, получили полено. Купили нож в магазине, все, скрафтили палку. Потом нужно 2 слитка железа перевести на железо, набор инструментов. Кстати, набор инструментов обязательно его берите. Без него никак. Машина сломается, встанете. Набирайте набор инструментов. Подошли. Сейчас даже покажу как. Извиняюсь. Так, выйти. Открыли. Так же, как и собирать. Кстати, собирать. Самое главное, ты не сказал. Вот я с этой кнопкой долго не мучаюсь. Собирать это Win. То есть между левым КТРЛ и левым Альтом кнопка. Старт у некоторых. Win нажимаем. Это на многие действия происходит. Например, на эту же машину. Вин нажали, вот мы можем ее ремонтировать. То есть, если у вас есть ремка, ремонт нажали, перевернуть можем, если где-то застряли. Извлечь игроков. То есть, скажем, у вас там чужие сели в машину, хоп, извлечь игроков, все, они все вышли. Что-то серию мозг идет. Так, о чем я остановился? Ну, вот скрафтили бревнышко, да? Ну, серп. Самое интересное, вот вроде рядом, да? Но вы траву косите, вы продаете сено торговцу, то есть вам нужно из шишки пучков травы сделать одно сено. Вы собрали, вы еще здесь стоите и крафтите эту шкалу, здесь так вот шкала будет идти сверху. Это долго, это очень реально долго. Выгоднее. Вот реально выгодное дело. Чем оно выгодно? Оно по скорости выгодное. Собрали, приехали, продали. Конечно, есть тут и более выгодные как бы дела по деньгам. Но это долго. Та же самая вот алмазы, да, вот алмазы вроде как тоже выгодные. То есть, ну вы смотрите, уедете за алмазами. Собирайте алмаз, потом черти куда едете в атеру обрабатывать алмаз, потом отсюда едете к ювелиру. Видите, какой вы путь будете делать. Так это еще и опасно, здесь столько всего творится, это ужас. У нас нападут. А тут приехал, хоп, и здесь вот так вот по прямой, по бездорожью, поехал вот здесь вот чуть-чуть по бездорожью проехал, потом опять вот так вот по дороге, хоп, здесь продал, потом обратно поехал здесь по бездорожью, хоп, и снова здесь опять собирать. Реально выгодное дело. Также можно вот охотничьими угодьями, то есть охотой заниматься, ну, соответственно, кокаин, пластанцы и так далее. Возможности тут вал, даже пар со шлюхами есть. У меня даже видос есть, я его скину завтра. Вот, отель «Ночной байкер клуб», здесь есть шлюхи. Ну, чистые баллы, давай так, 8000 отдайте, чтобы услышать пару звуков стона. Нефть тоже, в принципе, выгодно, но я говорю, опять же, добираться, перерабатывать, ох, это долго, вы дольше времени потратите. Вам выгоднее будет так, тык, и все бабки у вас. Быстрее и проще. Так,
Мне нужно вообще вот это вот. Я вот сюда хочу сходить. Мне нужна лицензия, мне нужен стол. А потом придет туда разыгрывание. Так, что мы делаем? Мы поедем за столом. По поводу оружия заодно объяснили. Господи, они еще здесь, я хорошего закрыта. Еще вот что-то такое, сфонарит мне. Это вот были спанч бобы. Да, тут есть спанч бобы. Проедете, вам придет уведомление, что у вас есть штраф. С вас деньги не снимет он сразу. Вам нужно пойти к менту. Если вы хотите оплатить. Или связаться с ними, подойти полицейский участок. И, соответственно, оплатить. Да. По поводу вот курьерной доставки. Мы сейчас подъедем в магазин оружия. Чуваки стоят. Здорово, чуваки, куда поедете? Привет, да пока никуда. А, я же за оружием. Ну, может, за алмазами вы собрались? Да нет, просто закупаемся. Ясно. Блядь, там нахуй. Так, мне нужен банкомат. Я там все эти сработают либо простой банкомат. Мазафака. Придется ехать снимать бабки. Или хрен себе со столом. Мне, в принципе, он нахуй не нужен. Я и без него, в принципе, живой буду. Так похаваюсь, если надо. Че, поехали туда за дровишками. Заодно по дороге еще поговорим. Об этой игрушке. Нам ехать. Ужас. 13 километров. 13 километров ехать. Черт. Как кошмар, как долго. Реально долго. Тихо, 50 ограничений, по-моему. А, нет, 70. А, ну это после спанчбоба 70. Я до спанчбоба, по-моему, 50 было. А чё, чё? Забрать. Сесть на место водителя.
Ехала. Успокойся с первым, чувак. Стоп. Нам ехать долго. Я могу в отеле просто загрузиться. Я думаю, раз сел, то сел. Ехать так ехать. Замечи за взломом дома Че Гевара. За позорицу хуйня только. Вот они банды. В принципе, сейчас я... Так, я выходить не буду с машины. Так вам на ходу просто покажу. Вот они банды, да? Смотрим. Сзади него, видать, флаг. Сзади него флаг стоит, столб. Подойдите к столбу, поднимите флаг, заходите в здание, на первом этаже покупаете запрещенный предмет, на втором вроде как оружие. И вперед. Заправочка. Кстати, по поводу заправки. Ее так, кстати, тоже можно грабить. Ну, там за 50 тысяч эти, блин. Даже желания нету. Так, подъехали. Подошли к бензоколонке, нажали заправить свою машину. Здесь есть торговец, если нужно что-то такое по мелочи купить. Все, поехали отсюда. Заправлять я не буду, мне бензина пока. Если буду заправлять, то сразу куплю его. Нам путь предстоит долгий. Мы проехали только 2 километра. Еще 11 километров. Хорошо, нам еще ехать и ехать. Также тут можно охотой заняться, дайвингом, лодки, вертолеты, все тут есть. Потом объясню, как за медика, как за полицейского играть. Обязательно. Так как новому игроку много нужно знать. Сразу говорю, общаться, если просто писать сообщение. Это вот нажимаете на точку после буквы U. То есть идет вопросительный знак и ставите восклицательный. Сейчас, кстати, единственный вопросительный знак, shift, вопросительный знак. Нажимаете, можете написать сообщение, не забывайте там канал выбрать. Общий канал, это гражданский канал. Прямой канал, то есть при разговоре рядом, чтобы видели. Что ж тут? И, кстати, вот вам начисляются деньги по безработице. Ну, то есть ты гражданский человек, тебе деньги за это начисляются. Как бы не работаешь официально. И государство помогает этого острова. Кстати, о правилах в этой игре. Вот, к примеру, вас поймала полиция за кражу, там, или еще чего, сколько убили. Вас арестовали, да? Даже вас посадили в тюрьму. Респавниться оттуда, то есть выходить из игры, нельзя. За это могут кипнуть. Даже если вы случайно вышли, вы должны как зашли сразу сообщить полицейскому, так и так посадить. У меня вот там интернет убил, все что. Мне надо отсидеть свой срок. А то будет кип. Они просто возьмут, отправят ваш ник, там некоторое время подождут, отправят ваш ник к админу и сообщат ему, кто-то произошло. Все, вы будете забанены. То есть, если ты выбрал свою роль, то и играй свою роль.
Так, там, по-моему, вот здесь вот нужно уже поворачивать. То я обычно всегда позже поворачиваю. Сейчас я пораньше поеду. Кстати, если shift нажали, скорость убавляется, мощность двигателя на максимум становится. Вот, к примеру, чувак написал, да, где купить костюм для Урана. Сейчас мы напишем. Общий канал. Сначала, что мы делаем? Сначала мы выбираем общий канал. Затем нажимаем точку. Пишем в магазине одежды. Так, да, кстати, здесь есть Уран, его тяжело добыть, для него нужен вертолет, сразу говорю, чтобы перевозить бочки уже с переработанным ураном. Для этого нужен тестер антирадиационный, он стоит в магазине, он стоит 50 тысяч долларов вроде как. Все это испробуем, но потом. Потихонечку. Сначала нужно по блосика нафармить. Планы у нас колоссальные. Водитель. Американские горки мазафака. Кстати, если вы возите груз, ну, очень желательно. Ну, по бездорожью, если вы там боитесь, там, что вас гопнет и так далее, вырубайте фары по бездорожью. А так вообще положено, чтобы вы ездили с фарами по правилам. На дорогу вышли, включили фары. И ты за это могут штрафовать, если увидят. Еще 6 километров и сдохать. Сейчас доберемся. Вчера у нас север что-то гнал по жесткому. Я думал, что вчера нафармлю. Увы, не получилось. Сегодня нафармлю. Блин, по холмам.
Все, поднимемся, тяга есть, сцепление есть. Там я сажусь, можно чтобы колеса потерять. Я все нахуй машину сломал. Что за место? Все понял. Блять, если бы я машину под пингом ехал, я бы охренел, не могу с собой перевернуться два счета. Оп, так, аккуратней. Как у нас бревны 1 в 1000, это хорошо. Это очень хорошо, это их не максимальная цена сейчас. Медь 2000 делается, она ближе, но медь чаще фармит. Соответственно, там падает цена на него быстро. Хоть она и ближе к толпу. Ковали. Не, вот я вот так тут лучше взять, поехать подальше, поспокойно, тише и спокойно рубить дрова. Топор, кстати, не забудьте купить топор, соответственно, в магазине. Не забудьте топорчик. Я вообще сразу все куплю. Кирку, топор. Я не стал тут ножки, глупо тут поднять, мне не нужно. Камешки не собираюсь. Коноплю поджигать тоже. Сразу кучу продаю. По костровому, да, проехали. Мы же рядом. Ну пойди сюда, как тут на торговце даже будет. Вот если каждый выплаты идут по безработице через каждые 5 минут по $350, то даже вот умножить, да, ты час поиграете, то есть 60 денег на 5, это, то у вас что получается? 10, да, так, 10, даже 50 минут, да, нужно, чтобы было удобнее считать, 50, это получается 10, то есть 3500 сделаете за 50 минут, просто вот так вот, пока вот я еду за 50, пока вот я просто езжу, я уже бабки себе делаю. Последние штрихи. А вот и дорога проверит нас. Если тут она идет туда. Дорога. Ай-та-та-та-та! Фух. Отвлекся на карту.
Машины колеса не шил. Так значит тут всякие болезни добавили врачам. Колым врачам. Теперь да, врачам нужно будет поиграть. Это очень интересно будет. Вот он этот кусочек по бездорожью, про который я говорил на мини-карте. На карте большой кусок. Так, ну что еще про эту игру рассказать? Такого интересного. Ну, когда поймем, они теперь первого лица выглядит. Парковаться нужно обязательно правильно. Так, это тоже действует правило. Знак стоп тоже нужно, например, кого главная дорога, кого не главная. По поводу можно. О, стоят. Стоят, работают. Чуть прокачусь. Давайте, он корыто взял. Перерабатывающий пузырь. Ах, он не может. Ну и вот так вот, не обязательно к этому дереву подходить. Все, он уже собирает. Хон 2, по-моему, уже есть. Эй, здорово. Ой, блядь, пардон. Эй, здорово. Отлично. Он пересел на центр. Я пытался самому понять, пускай он делает. Кого? Кого? Да вон, центр. Короче, пускай он сам все делает. Решил запустить. То на мане ездил, забывал сам выбрать. Так, надо дровишки собрать. Кого? Калаш мне нужен. Калаш? Сколько? Ксюшка он. За сколько? Ну, десятка. Так. Ну, еще
Мне нужно бабки снять сначала. Давай сейчас соберем и накидаем. Так, мне нужно. Брёвна накидаю сразу. Смотри, с ним он маленький, допустим, ты будешь ехать, там хлоп, увидишь далеке, ну, ты в рюкзак закинул, и плюс еще издалека не сильно заметно будет, что у тебя за спиной автомат, когда ты будешь ехать. А он даже, допустим, подъехал в 10 метров от меня, мы сразу стояли, а хлоп, рюкзак его закинул, они даже не заметили, что мы на классно. Видишь, что мы его спиной особо не заметим. Ну да. Так, торчит было что-то. А так, например, когда ты будешь ехать, это вообще не видно будет. Чего у тебя там? Так, ну, давай сейчас. Так. Ты сейчас здесь вообще, ты на дровах сейчас будешь? Да. Давай сейчас партию загружу, отвезу, потом эту бабку сниму и сюда поеду. Если надо будет, я могу ее в аренду дать броневик. Так, броневик в аренду. У меня еще и броневик есть. Так, ну штурмовать я пока ничего не хочу. А вот калаш мне и патрончики точно нужны. Этот получается, на возьми туда. У меня есть еще убойный пистолет. Не этот, а другой. Короче, это Desert Eagle называется. Вот, еще интересует. То... Я его Shift H. Так, подожди. Shift H, да, убирать? Угу. Ладно, туда поехал. Подожди. Мне надо сейчас тунить. Запомни. Блин, чуть не высвечивается. Кинь документ, пожалуйста. Вот. Все, чтоб я точно знал. Короче, я тебе тогда. Сколько я тебе, в общем, должен? Да десятку. Десятку, да, получается? Так, 50 или 10? 10. Все, окей. Сейчас, я тебе скину обязательно сейчас. Да, он сам по себе в магазине у повстанцев, он не сильно дорогой. А где он вообще продается? У повстанцев. У повстанцев, понятно. Лицуху-то на них-то надо, надеюсь. Не надо. А хотя костюмы так заберут. Это раньше 3 миллиона. Сейчас я, если не ошибаюсь, слышал 5 миллионов стоит. 6 она стоит. А, даже 6 уже? Ну, я ее брал за 3. В августе месяца. А это, там же это, мой Кен, короче, к тебе присоединился, может, да, к тебе присоединиться вообще? Угу, из группы, выйдем, с йогуртом, или чё там у вас? Йогурты. Эта группа выйдет сейчас. Вс.
Все, вышел. Все, вышел. Кидай привоз. Ладно, короче, поехал. Кстати, будь аккуратнее, там в отеле мусора шастают, так что лучше желательно в рюкзак закинь. Я вот Ну, когда будешь ехать, деньги снимать, потому что они там лежат. Вдруг ты не успеешь среагировать. А я у этого сейчас все равно в Lexus и гараж скину. Все мое запретное в Lexus держу. Ну, в общем-то, вот так вот, дамы и господа. Сейчас я добью машину. На этом, в принципе, видос закончен. Как вы уже самое интересное поняли, если вы захотели стать повстанцем, получать хорошее оружие, то вам нужно 6 миллионов на лицензию, чтобы стать повстанцем. Фарм, фарм и фарм. Ну, всего доброго, всего счастливого.